Здравствуйте, меня зовут Кей. Сегодня 2 мая 2020 года. В Японии недавно начинались Золотые недели. На каждую Золотую неделю многие японцы поедут в путешествие со своими семьями или своими друзьями. Мы наслаждаемся своим действием в срок Золотой недели. К сожалению, сейчас коронавирус распространяется по всему миру, поэтому нам трудно поехать на улице. Японское правительство и губернаторы каждой области сообщают народу не поехать на улице. В Японии приблизительно 14 тысяч человек заболевают коронавирусом, и 400 человек умерли коронавирусом. В основном я останусь дома, ничего не пожираешь. И сейчас я живу благополучно. И я проживу на дому на Золотую неделю этого года. Я желаю вам счастья и здоровья. Большое спасибо. До скорой встречи. До свидания.